Встречу коллектива молодежного театра с губернатором Сергеем Морозовым можно назвать судьбоносной для молодых актеров. На ней было принято решение о разработке концепции развития молодежного театра, которая будет включать не только возможность размещения театра под крышей кинотеатра «Художественный», но и создание филиалов молодежного театра в муниципальных образованиях области. Тем самым, как подчеркнул губернатор, будут созданы рабочие места для талантливой сельской молодежи и выпускников театрального факультета это Ульяновского вуза. Мы же понимаем о том, что у нас университет продолжает работать. Значит, раз продолжает работать, то там есть хорошие, талантливые дети, которые могли бы смотреть не в сторону каких-то других регионов Российской Федерации, а смотреть в Ульяновскую область и оставаться здесь. Мы гарантированно бы вместе с вами разработали специальную программу обеспечения их жильем. И самыми необходимыми на первом этапе вещами. Под свое крыло молодежный театр взяло Министерство молодежного развития области. Бывают такие продукты, да, если так можно назвать, которые вызревают самостоятельно, которые каким-то естественным путем приходят к тому, что они становятся замеченными, интересными. И вот когда это не искусственно созданное, оно всегда вызывает очень много интереса. Вот мне кажется, молодежный театр именно такой продукт. За полтора года существования молодежный театр показал свою конкурентоспособность. На его базе были созданы новые рабочие места для молодых актеров. В репертуаре театра 11 спектаклей, многие из них премьерные. К сожалению, их могут посмотреть не так много зрителей, поскольку помещение креативного пространства «Квартал», где сейчас базируется молодежный, имеет всего 30 посадочных мест. За полтора года более 5000 зрителей нас посмотрели, а за последние несколько дней в мемориальном центре, в Большом зале Ленинского мемориала, больше 12 тысяч. Вот новогоднее представление Мэри Поппинс с Новым годом, это вот было сделано еще и силами молодежного театра. С живой музыкой, с живым оркестром, с живым вокалом. Труппа в лице своего руководителя представила свое видение будущего здания театра и развития театральной деятельности на территории региона. Проект заинтересовал культурное сообщество региона. Он ляжет в основу будущей концепции развития молодежного театра. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.